Здравствуйте, дорогие девушки! Меня зовут Жанна Санжак, и это женское шоу. Обычно я приглашаю модель, и мы с ней бегаем по магазинам, выбираем косметику, а потом я делаю макияж. И я посмотрела отзывы последние, которые вы написали под некоторыми моими шоу, что очень много я купила косметики, точнее, на большую сумму. Потом написали: «Жанна, ну как же так? Следующая героиня получила косметику на маленькую сумму, там, это же неуважение к женщине». Короче, в этот раз я решила без модели. Я хочу, может быть, вы даже посоветуете, что можно еще внедрить в мое шоу, чтобы вам было интересно. И сегодня я схожу в магазин одна, куплю косметику, ее протестирую, сделаю макияж и скажу свои отзывы. И делать я это буду в таком, может быть, для многих привычном месте. Это гипермаркет, где продаются продукты, все для дома, а также и декоративная косметика. Посмотрим, что здесь представлено. Пойдемте. Героини нет, я все равно бегу. Так. Люблю ходить по магазинам, особенно за косметикой. Это все, что по уходу за кожей, гели-души. Так, лаки пошли. Уже ближе мы. Краски для волос, маникюр, крем для лица. А где косметика? Я сейчас буду выбирать то, что мне понравится. Я так понимаю, у нас здесь стенд небольшой, но я думаю, что для полноценного макияжа все равно я все себе куплю. Буду по порядку, начинаем с тональных средств. Значит, здесь Vivienne Sabo, уже привычный и знакомый нам бренд. Так, что тут еще у нас? Vivienne Sabo, а это розовенькое. Что это? А, это косметика Divash. Это российский бренд. Я, между прочим, когда-то работала в этой компании. Это Единая Европа Холдинг. Бренд российский, а качество сырья европейское. Стоит косметика, если вот, например, сравнивать с Vivienne Sabo, чуть-чуть подешевле, но когда я работала, я обучала визажистов, консультантов, как работать на этой косметике, поэтому я ее хорошо знаю, но, правда, это было так давно, и еще этот бренд не везде представлен, поэтому, возможно, вы его и не видели, с ним не знакомы. Кто знаком, замечательно. Я хочу здесь как раз что-нибудь приобрести, потому что задача у меня тоже наполнить полную косметичку. Здесь достаточно бюджетная косметика, но я думаю, что все равно можно сделать качественный макияж, я в этом уверена. Давайте попробуем из этого. Гринье, кстати, BB тоже неплохой тональный крем, он очень тонкий, легкий. Я даже знаю, что некоторые топ-визажисты пользуются Гринье, так что по ценам посмотрим. Ой, посмотрите, какая прелесть, вы только посмотрите. Черный жемчуг. Смотрите, тональный крем для девушек, которые 36 лет и старше. 36+, 46+, 56+. Представляете? Давайте его попробую. 305 рублей. Значит, мне 46, возьму 46+. То как раз, пока я буду пользоваться, будет уже 47. Так, ладно, тональный крем мы взяли. Теперь пудру. Значит, вот здесь пудра подстраивается под тон кожи, матирующая. 123 рубля. Давайте попробуем. Здесь вот... Ой, такая тоненькая. Слушайте, она неплохая. Я даже не знаю, что это за бренд. Так, SPF 15. Ой, тут все вываливается. Надо брать запечатанную. Так, а вот как, какой номер, интересно? Бежевый. А вот это какой? Тоже бежевый. А, это то же самое. Так. Как-то вот здесь, конечно, с тестерами все один цвет. Ну, ладно. Беру тогда вот этот 14-й. Надеюсь, это то, что надо. Обалдеть! Вы посмотрите, какая кисточка. Кисточка просто настолько огромная, я не знаю, кому это будет удобно. Можно вот посмотреть своим глазом?
Смотрите, какая она большая. Мне кажется, чтобы накрасить такой кисточкой, это нужно действительно, чтобы была ювелирная техника. Не знаю, я честно скажу, я такой не очень люблю, потому что можно вот так вот все испачкать, и будет некрасиво. Не буду такую тушь брать. Так, хайлайтер. Хайлайтер стик. Кстати, я вот такие люблю. Единственное, что вот он бежевый, и такая упаковка большая, то есть не очень удобно с собой брать. Я люблю что-нибудь поаккуратней, поминиатюрней, потому что часто с собой ношу тоже многие вещи, поэтому... О, тени! Так, мы еще консилер не нашли, ну ладно. Нет, консилер. Давайте по порядку, чтобы ничего не забыть. Так, вот у нас диваж есть, вот тут нету тестеров. Или вот это тестеры? Это тестеры? Лежит где тестер, значит тестер, тестер. Так, хайлайтер с подсветочкой. Ой, кстати, ничего такой. Надо взять. Надо взять. Беру. Консилер Duo. Это консилер и контур. Попробую, потому что интересно, удобно иногда кремовыми текстурами пользоваться. Можно даже попробовать в качестве теней, точно, как основу. Это я возьму. Так, номер 02. Это у нас что? Диваж. Так, пудра есть, ли? Теперь румяна. Ну, они такие прямо, знаете, как бы персиковые. Сейчас будет весна, ой, это будет очень актуально, возьму. Будет свежачок. Так, это мы взяли. А, вот еще вот такие есть, смотрите. Румяна в шариках. Я такие не очень люблю. Они чаще всего блестящие, а блестящие не всем подходят. Поэтому не буду брать блестящие. 64 рубля. Тени для век. Палетка. Так, или 64. Это вот эти тени. А вот эти 100. Они 100 рублей стоят. Прям не знаю, какие выбрать. За 64 рубля и за 100 рублей. Я, наверное, возьму и то, и другое. Так, и вот такие вот. Красиво же. Цвета, кстати, очень хорошие. Просто очень хорошие. Вот такой вот классический базовый коричневый. Вот еще базовый коричневый. Нарядненький. Темно-зеленый мой любимый цвет. Здесь тоже базовые коричневые, бежевые. Вот блестящие возьму. И фиолетовый красивый. Итак, диваж. Waterproof. Это тушь водостойкая с эффектом тоже вот 90-60-90. Это их вот самая популярная тушь, которая дает очень крутой объем, удлинение, все что угодно. Смотрите, какой выбор кисточек. Вот какую хотите, вот прям выбирайте то, что вам больше нравится. У каждого там свои особенности по поводу ресниц. Кому-то нравится вот такая щеточка, кому-то нужна вот такая щеточка. Поэтому вот можно выбрать. Это, кстати, здорово. Давайте я возьму такую вот розовенькую. Она красивая, объемная как раз тоже. 90-60-90. Вот. Такая прям стильная упаковка. Так, ну что, надо попробовать. Ну, возьму тогда один карандаш. Ой, карандаш синенький. Я всегда покупаю синие фиолетовые карандаши. Так, тоже его возьму. Что тут еще? Ой, красивый зеленый тоже возьму. Он такой прям, знаете, цвет морской волны. Карандаши для бровей. Так, беру карандаш для бровей. Вот эти, которые с тоненьким грифелем, я их обожаю. Вы знаете, вот есть такой хороший Vivien Sabu, а теперь еще есть хороший в Divage. Мы посмотрим тест, протестим точнее, как он по качеству. Так, а это здесь что такое? Это что у нас такое? А это... Что-то тут все вскрыто. Так, вот. Что это? Микроблейдинг – это должна быть подводка гелевая для бровей, которая создает очень стойкий эффект, что как будто бы вы сделали пудровое напыление, татуаж. Протестим. Так, зеленую базу, какая она хорошенькая, маленькая. Так, о, консилер. Слушайте, смотрите, какая прелесть. Я вот такие вот миниатюрки обожаю. Так, возьму. Вот эти вот помады, интересно, что это такое. Вот они, знаете, как раньше какие-то типа польские там или еще какие-то, вот, ну вот выглядят в такой дешевой упаковочке. И вот они даже тут немножко такие, видите,
Ах, не очень хочется такой покупать. А это что? Липстик пенсил, помада, карандаш. Кстати, классный цвет. Ой, он с перламутром, это тестер, интересно. Это какое-то одно единство. А, вот они, вот они. Так, какой красивый цвет. Раз. Ой. Да, надо взять, протестить. Вот этот я возьму цвет. Может, еще вот такой красненький. Вот. Такой весенне-летний. Супер. О, вот это, по-моему, матовые помады. У меня такая есть, только другой цвет. Устойчивая матовая помада для губ. Вот она, кстати, мне понравилась. Единственное, что у меня такой цвет более фиолетовый. А здесь есть что-то коралловое. Возьму. Вот такой вот. 33. Цвет красивый. Я бы сказала бы весенний. Ну, куда мне их? Может быть, уже хватит? Остановите меня! Остановите кто-нибудь! Спонжики. Вот это я не люблю. Это я не люблю. Это я не люблю. Не люблю. Ими очень тяжело пользоваться. Они плоские. Когда наносишь, надо как-то его так взять. Нужно что-нибудь... Ну, вот такой хотя бы. Ну, попробуем. Такая, правда, форма вообще непонятная. И его не потрогать, как, насколько он мягкий. Ну, ладно, что выхода нет. Кисть для бровей. Мы взяли карандаш, мне кисть для бровей не нужна. Так, кисточка для бровей, для бровей. Для глаз ничего нету. Вот это одна и та же, да? Одна и та же. Для растушевки ничего нет. Очень жаль. Очень жаль. Еще такая кисточка кабуки. Так, возьму ее. А вот еще смотрите, какой набор абсолютно ненужный. Абсолютно ненужный. Это кисточки из прошлого века. Это когда ничего не было, это было единственное. Тогда да, сейчас это вообще не актуально. Бальзам для губ. У меня их много. У меня он в одной сумочке, в другой сумочке, в машине лежит, во всяких косметичках на всякий случай, потому что губы достаточно сухие, и без бальзама я просто не могу. Поэтому я часто их покупаю. Сейчас тоже вот здесь вот бальзамы выберу какой-нибудь. Вот такой возьму, недорогой. 99 рублей. Розовенький. Что у меня? О, давайте мицеллярную воду возьму еще. Я же сейчас буду макияж делать, мне же придется умыться и показать вам себя во всей красе. Вот такую миниатюрочку возьму, малюсенькую. Вот это, кстати, вот так удобно. Я люблю вот такие маленькие. Вот здесь большой объем, большой, меньше. Супер. Так, они разные. Нет, нет, не разные. Так, беру маленькую. Ну, в общем, я думаю, что достаточно. О! Сухие шампуни. Ой, я же без них не могу. Я очень люблю. Здесь нету тем, чем я пользуюсь. А этим я не пользовалась. А вдруг это тоже неплохо. Попробую. Так, возьму несколько. Так, зелененький. Сухой шампунь. Экстра свежесть. Я потом отдельное видео сделаю, покажу, как ими пользоваться. Это такая классная вещь. Так, ой, приятно пахнет. Возьму. Тоже вот недорогой, 99 рублей, драй шампунь. Угу. Day 2. Прикорневой объем надо брать. В общем-то, хорошо. То, что необходимо сейчас сделать макияж, все есть. Ну что, пойдемте на кассу. Шампунь мне не надо, это мне не надо. Вот, блин, вот если не ограничивать по времени, вот это мне надо. Это я очень люблю. Это скраб для кожи головы. Вот это Сиберика, обожаю, постоянно им пользуюсь, это супер вещь. Как раз, если вы пользуетесь сухим шампунем, то скраб нужен обязательно. Так, мне надо идти на кассу, иначе, если меня сейчас не на... Вот что происходит, когда не ограничивают по времени.
Вот идешь и практически все подряд скупаешь. Вот я же не планировала на самом деле столько купить, но цена привлекательная, визуально все средства выглядят очень хорошо, поэтому прям так и тянет все это протестить. Пойдемте на кассу уже, иначе я тут буду все скупать подряд. Так. Ой, сколько у меня всего много. Ну, красота же. Сейчас мне будет очень интересно на какую-то сумму. А у вас покупают так косметику много? Много косметику покупают? Нет. Первый раз? Они просто не знают, что покупать. Сейчас я все расскажу, и все побегут покупать в Ашан. Карта магазина? Да? Нет, у меня нету карты магазина. У вас нету карты магазина? Нету. Чека. Другую часть попробуйте. У меня их два. Не два. У меня два чека. Вот что бывает с человеком, который все заказывает через доставку. Редко хожу, видимо. Оказывается, тут система такая. Интересно. Насколько на 1000 рублей? Первый чек на 1000 рублей. Я очень бюджетно сходила в магазин. Очень бюджетно. Ну-ка еще раз. На 1000 рублей чек у меня. Первый, хорошо. Ой, меня. Так. Первый на 1000 рублей. Давайте. Так, это сухие шампуни на 1000 рублей. Ладно. Вот теперь второй. Так, сюда. Сюда? Ниже? А, штрих-код. Ой, извините. На 9000! Обалдеть. Я же все вроде дешевое покупала. Не, ну там же не все для на один раз. Это посмотрите. Посмотрите. 9051 рубль 61 копеечка. Ладно. Мы сейчас соберем мини-косметичку самого необходимого. Остальное я просто буду тестировать. Ну что ж, прям просто так не выйдешь из магазина. Надо все просканировать. Ну что, пошли теперь краситься. Я сделала сейчас шикарный макияж. Так. Ну что, девушки, все, начинаем теперь делать макияж. Я все подготовила, выбрала косметику, только ту, которую мне понадобится именно сейчас для макияжа. Я не буду тестировать все, что я купила по чеку. И в первую очередь начнем с мицеллярной воды, для того, чтобы смыть макияж. Сейчас вы меня увидите во всей красе. Сейчас протестируем средство, что оно из себя представляет. Так, а почему оно не выливается? Сейчас начнутся сюрпризы. Так, нет, нормально. Для того, чтобы смыть, мне нужно очень хорошо смочить ватный диск. И посмотрим, как это получается. Он прям влажный, достаточно сильно, практически с него капает. Я вот так вот прикладываю, жду несколько секунд. Мне нужно, чтобы очень хорошо растворилась тушь. Потому что самая главная ошибка, это когда вы намочили чуть-чуть, и потом начинаете сразу же стирать макияж. Все, вы там просто можете выдавить глаз, растянуть кожу. Так делать нельзя. Ждем. Так. Надо хотя бы 30 секунд вот так вот подержать. Красавица? Напишите, красавица. Так. Так, еще раз. Надо, чтобы кожа была
абсолютно чистая. Иначе, девочки, есть такая тоже у многих ошибка. Не до конца смываете косметику, поэтому макияж смотрится плохо. Я имею в виду как раз про тональные средства, которые вы наносите. Они не так хорошо ложатся, скатываются или еще что-то. Это вот это потому что некачественное очищение кожи. Так, готово. Ватный диск чистый. Так, смотрю в зеркальце. Ой, друзья, а у меня пошла аллергия. Жесткая причем. Обалдеть. У меня такого никогда не бывало. Вообще, это первый раз в жизни, можно сказать. СОС. Ждать. Нет. Ну, у меня не до такой степени. Нет. Может, кофейку тогда попьем? Принеси вам кофе? Нет, кофе я не хочу совсем. Блин. Сейчас я ее сотру, у меня пройдет. Жаль. Может, пойти умыться просто? Жаль, в туалет? Ну, дайте стаканчик воды туда. Да. Вот стаканчики вон одноразовые. И воды мне налейте туда, я сейчас уберу эту. Ну просто нам сейчас придется ждать. Ну и чем, как мы выходим из этого положения? Я не знаю. Сейчас, подождите, Виктория. Да. Ну, мы не можем делать макияж на такой плоти. Его не будет просто макияжа. Не будет. Плюс к тому, что любой продукт может выдать такую же реакцию сейчас. Короче, я очень расстроена, потому что вы сами видите, что происходит. Кожа просто красная, она у меня горит. И везде, где я вот протирала мицеллярной водой, все вот это как раз и... Хотя я здесь тоже протирала, но вообще просто я так расстроена. Я даже не представляю, что делать дальше. Я не смогу сейчас делать макияж, потому что я боюсь, что следующие средства, которые буду наносить, они могут дать еще больше реакцию. Короче, ролик получился очень короткий. Видимо, мне придется это все доснимать в другой раз. Я очень расстроена, я просто переживаю, потому что у меня кожа, она не реактивная. То есть у меня, чтобы была реакция на кожу, на это я не знаю, надо чем намазаться. Хотя средство написано, что это средство для мицеллярная вода для лица, нежность. Очищает, удаляет макияж, успокаивает кожу лица. Для сухой и чувствительной кожи, заготовлена во Франции. Ну вот, и что? Ну как я буду краситься? Просто это жесть какая-то. Вот для меня это просто, для меня это впервые. У меня так никогда такой реакции не было. Никогда, ни на что. Все, ролик закончен. Вот будет такое короткое шоу. Красить я сейчас не хочу. Все, я расстроилась, я пошла домой. Все. Ужас. Все. Вот это вот подстава просто. Это же такая подстава. Нанесла Космио. Вот реакция. Вот пол лица нанесла, видите? Пол лица смыла. Так же, как вот и до этого у меня был тональный крем, я специально нанесла это же. И вот реакция, видите? Опять. Здесь я нанесла Биодерма мицеллярку. Здесь реакции нет. Опять все то же самое. Прям горит вот четко там, где наносила.